такой, не. Какие дела, народ? Из последних новостей у меня сегодня случился день рождения. Мне стукнуло 25. 25! Если вы... С днем рождения. Вдруг по какой-то причине не подготовили подарок, то... Ну, сопляк. Ну, я думал, единственное, что я мог бы добавить тут только 25. Нахуя, дебилы, блять? Ну да, это ж как раз таки из видос Snail Kick. Ну да. Не парьтесь, подписка на телеграм-канал — лучший подарок. Я там, кстати, сегодня залью небольшую нарезочку GTA против реальной жизни. Если вам нравится эта рубрика, то welcome. Ну чё, обмоем эту дату смачной порцией угарных моментов. Погнали! Раз объект, два объекта. Едить! Воу, воу, как он горяч! Как вес на пилоне. Да-да-да. Аккуратненько, Белика. Смотри, не упади тут. Это будет фиаско. Ну чё, народ, погнали на... Знаешь, мне стало за него больно, хотя он игровой персонаж. Да, физика в GTA 4 была прекрасной. Мне кажется, это был знак. Знак, что рот Беликов прервется на нем. Ну и то, что ему с паркуром пора бы завязывать. Это никогда ни к чему хорошему не приводило. Это фиаско, братан. Братан, пойди лучше в KFC крыльев похавай. Признай, что охотник из тебя так себе. Вот это... Это в Хитмане, по-моему, когда типа в ближний бой вступают, такое появляется. Это реальная причина, почему люди становятся вегетарианцами. Я думал, это реальная причина, почему Шелдон боится птиц. Минутка физкультуры, давайте разомнем кисти. Хорошо. Все, теперь ваши руки готовы, чтобы поставить лайк и поздравить меня с ДР в комментариях. Двигаем дальше. Морской десант по-древнегречески. Влагало? Если меня кто-нибудь попросит описать Insurgency в двух словах, я сделаю это примерно так. Лучше и не скажешь. Вообще, я обожаю игры про глобальную войну. Так интересно, капец. Единственное, чем мне нравятся подобные игры, это такими моментами. Скирлз, не кисни на радуге. Откисни, братуха. Да поверьте, лучше уж вот так зависать, чем бегать по земле, но таким образом. Про методы и факты. Оу. Что с ним? Это тот самый солдат, который взорвался на мине, его переехал танк и упал вертолет. Но пришел медик с дефибриллятором, ебанул его током, и тот побежал дальше воевать. Пиздец. Какого ежа? Вы вообще замечали, какое универсальное устройство дефибриллятор? Работает в обе стороны. Вообще, хочешь жить, уметь... Ну типа да, если переборщить с мощностью, можно убить. И вертеться, вот как этот тип. Ё-моё. Причем такой, и такой думаю, так, а чей это spin me right round? По-моему, доуп. Да ладно, друг, успокойся, не накручивай себя. Они все продолжают. Чувак, да успокойся ты, отдай ты ему эти 500 рублей за фото и иди дальше с миром. Ага. Хрена! Хозяева наняли правильную горничную.
Нахуярю. Это когда вернулся домой, чётко... Стелс не удался. Ага. Выпивший, пытаешься пройти мимо мамы, чтобы она не спалила. Мне нравится, как она ему троечку или прописала не, просто. Да-да-да. Уборщица только помыла коридор, и ты валишь по помытому. На самом деле, эта даже женщина четверочку. Просто вежливо напомнила, что в помещении нужно снимать головной убор. Дружище, тебе никто не говорил, что такое безумие? Безумие — это точное повторение одного и того же действия раз за разом. В надежде на изменения. Слушайте, я видел всякие трюки на скейтах, но такого я не видел никогда. Хорош. Это поддон самолет. Не, чувак, ну за эффектность трюка 10, а за адекватность 2. Ты как отсюда слезать собрался? Или поддон обратный рейс делать будет? Картина, Геральт пытается доказать сам себе, что он не кусок дерьма. Если вы боитесь современных аттракционов и они вам кажутся опасными, то посмотрите на аттракционы Дикого Запада. Давай прыгай, какашка. Бля, ну ё-моё. А ведь поймал же. Да, был у меня в нарезке момент с падением моста и с этим мемом. Мне интересно, при каких обстоятельствах... Причем я ж тогда даже не знал, что такое жожа. В обстоятельствах эта идея вообще могла прийти в голову. Да не очкуй, нормально все будет, прыгай. Но это опасно, у нас будет всего одна попытка. Это у тебя будет всего одна попытка, у меня две. Па, оставь в покое младшего брата. Не, ну если вас такие карусели не устраивают, можете попробовать дикозападный рафтинг. Бля. Вообще, если вам кажется, что родственники в детстве вас чересчур опекали, то вам определенно стоило бы родиться на Диком Западе. Там к этому проще относились. Here, Yakka, found you a thimble. Oh, thanks, Uncle Arthur. I drew you a picture. It's by your... Thanks, kid. Как похрену, а? Петюк улетел со скалы, и реакция Артура на это... Чувак, я тебя огорчу, но там внизу нет сена, да и ты не очень-то похож на ЭЦО. Ну хотя даже и бывалые паркурщики иногда летают с высоты. Чего? А вот был бы у него поддон самолет, ему бы не пришлось скакать по этим шестам. Тихое убийство в любой другой игре. И тихое убийство в батле. Ясно, понял, это фиговина противотанковая. Ну хотя у меня в любой игре редко, когда получаются стелс-убийства. Мафия? Да, мафия. Ну, не понравился, фантомима кто-то разыграл. А, дальше еще круче, окей. Ова. Запомните, в спорте главное не участие, а победа. И если в честной борьбе вы терпите поражение, то, как говорил классик, когда сражаться честно, явно нет резона. Прижал бат. Жопное прижимание. Четким ударом забили вражину в ворота, аккуратно придавили его булками голкипера и играете себе спокойно всю игру в большинстве. Да, это по мне.
Лайфхак для разработчиков игр. Как разбавить скучные диалоги в катсценах? Your wedding should be a day of peace and happiness. Today I lack both. Eivor, you've done East Anglia a great service. I promised you an alliance. Ну вот, уже как-то повеселее стало. А если сюда добавить еще этого мелкого, то вообще идеально будет. Да, этот обрыв настолько высокий, что малой успел подрасти чутка, пока летел. Elder Scroll какой-то. Облива, Please make it quick, citizen. My patrol awaits, and a legion steed can't keep still for very long. От давно местных копов на малолитражки пересадили. Стражник красава, вообще не комплексует из-за размера. Правильно, чувак, зато своя без мам, папы и кредитов. Правда, максимальная скорость 20 км в неделю. Но зато расход маленький, в городе парковаться удобно. Ну а на этом все, народ. Внезапно, быстро. Даже не заметил. Спасибо за просмотр. До скорого.